На специализированном складе в селе Вранково в Рыбницком районе всего было собрано более 100 тонн непригодных пестицидов. 30 из них на прошлой неделе уже отправили на утилизацию. Ближайший пункт – специализированный завод в Германии, единственный для всей Восточной Европы. Эта отправка – первый этап процесса. В течение этого месяца планируется отправить все ненужные пестициды. В дальнейшем у нас рассматривается вопрос о вывозе всех, постараемся по максимуму, пестицидов просроченных, которые есть на территории Приднестровья. Все пестициды, которые мы вывозим, будут сожжены при температуре до 1200 градусов в одной из самых современных фабрик по сжиганию опасных отходов. Вывоз и утилизация ядохимикатов – дело затратное, а ввиду необходимости пересечения границ между государствами еще и бюрократически хлопотное. К решению застаревшей проблемы подключился Приднестровский МИД, и решение было найдено. Переговоры именно о начале этого проекта, то есть по вывозу непригодных пестицидов, мы начали еще в 2009 году. Тогда мы находились в стадии поиска доноров. На нашу просьбу о финансировании проекта откликнулась миссия ОБСЕ. МИД и Минсельхоз планируют не останавливаться на вывозе уже собранных на специализированном складе пестицидов. Опасные просроченные химикаты продолжат изымать для утилизации у населения и владельцев частных хозяйств во всех районах республики. Степан Бугаев, Светлана Березовская, Первый Приднестровский.